Ожидаемо все это было, но так и лидеры сыграли свою роль. Жедик. Шилова. Поднимает соперницу в воздух. Попадает Жедик. И еще живет. Шилова. Нужен только быстрый фол. Но еще не кончились тайм-ауты у Горана Лойо. Второе попадание Шиловой в этой игре дальней. Несколько попыток у нее было. Но вот сейчас она сработала. И хороший обыгрыш. Есть шанс. Да, здесь, собственно, уже к боснийкам вопрос. А чего они не фалили? Почему дали забить треху? Почему вот здесь выпрыгивала на бросок Капор, а не фалила внизу?